Печорская Нельма и оленина накануне были в меню президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Перед этим главы государств провели встречу в Кремле, а после продолжили свое общение за ужином. Всего было подано 7 блюд. Печорскую Нельму повар предложил отведать с овощами, а к оленине приготовил вишневый соус. Стоит отметить, что для коми это традиционные деликатесы. Нельма – рыба крупная, длиной больше метра, может весить 40 килограммов. Широко распространена именно у нас, в русле Печоры. Оттого и такое название. Само же мясо очень вкусное. Что же до оленины, то в Коми ее мало кто не пробовал. В Коми целых 5 оленеводческих хозяйств. Больше всего их в Интинском округе.